Сегодня в меню – крем-чиз. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Сметана – 250 грамм, 20% жирности. Кефир – 500 миллилитров, 2,5% жирности. Готовим сегодня крем-чиз в домашних условиях. Если вы любите нежный и сливочный вкус кремового сыра, этот рецепт для вас. Поверьте, затраты будут копеечными, а результат превзойдет ваши ожидания. Подготовьте все ингредиенты. Кефир и сметану выбирайте хорошего качества. Прямо в упаковке переложите кефир и сметану в морозильную камеру. Оставьте сметану и кефир на 8-9 часов, пока они полностью не заморозятся. Спустя указанное время достаньте кефир и сметану, пакеты разрежьте и достаньте кефир со сметаной. Теперь сито поставьте в тарелку, застелите сито тканью или марлей. Выложите замороженный кефир и сметану в сито. Оставьте ингредиенты на 5-6 часов. Спустя время сыворотка стекает, а в сите остается нежная кремовая масса. Переложите крем-чиз в миску, хорошо перемешайте. Крем-чиз готов. Назначений крема множество. Такой крем-чиз готовим из кефира и сметаны, предварительно заморозим ингредиенты, после разморозим проще не придумать. Такой крем-чиз подойдет к любым десертам, его можно использовать для начинки эклеров, слоек, также очень вкусно подать такой сыр, с ягодами клубники, бананом, малиной. Решили приготовить торт, такой крем-сыр станет идеальной прослойкой. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!